Думаете, поучаствовать в чемпионате мира FIFA можно только, если вы являетесь известным футболистом? А вот и нет. Больше 30 ребят из города Щелково готовы вам это доказать. Для этого им понадобится всего лишь телевизор, приставка и джойстик в руках. И вот любители киберспорта готовы устроить нешуточный поединок. А помогли им в этом местное отделение молодой гвардии совместно с молодежным клубом «Ровесник», которые и организовали тематический турнир. Киберспорт у нас признан официальным спортом. Мы за современные технологии, мы тоже идем в ногу с молодежью. Каждый из пришедших смог стать частью игрового процесса и доказать, что соревнования в виртуальном пространстве по уровню сложности ничем не уступают обычным. В городском округе Щелково киберспорт активно развивается и набирает все большую популярность среди молодого поколения. Кто-то даже всерьез подумывает связать с этим занятием свою будущую профессию. Я считаю, что это как и хобби, но если мне повезет, то хочу и дальше продолжить карьеру киберспортсмена. Побеждая в разных турнирах, я буду продвигаться на мировой уровень и становиться киберспортсменом. Приятным бонусом стало еще и то, что участников, которые показали лучшие результаты в компьютерной игре, наградили грамотами, а также небольшими призами. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.